Всем привет! С вами снова я, Елена Ниф, это мой канал Хатыгаза. И мой брат Кирюш. Ну, это будет видно в кадре, потому что сегодня у нас 12 ноября, а значит день сотрудников по безопасности или специалистов по безопасности. Что-то как-то забылось. И в честь этого я буду делать обзор на вот эту вот такую ногти. Ее можно делать. Так, вот. Сейчас все возьму. Вот. Все, что нужно. Вот. Для мопсих. Бери, Кирилл. Вот это. Ой, ой. Не волнуйтесь. Мы придем через несколько минут. Не-не-не-не-не. Нужно отдельно, Кирилл. Так, и... Так, выходим, Кирилл. Так. Это к нам набор входит. Сама куколка. Я ее уже расклеила наклейками, к ним еще слипла мастера разноцветные, но они куда-то у меня, похоже, затерялись. Ну вот, такая головка и такая. Ну, короче. И такие волосики. Мы одеваем либо на эту сторону, либо на вот эту. Мне вот это больше нравится. К ней еще прилагались крылья, очки. Такой вот диктофон, магнитофон, не знаю, как он называется, пироженка, вот такая вот кисточка. Я все, конечно, обклеила наклейками. И, если я не показала, 4 пачки наклеек, но я почти все их выклеила. Суть заключается в том, что вы должны делать вот так вот, собирать. Например, вы хотите надеть ей очки или крылья, одевайте. Вот. Так, вы обклеиваете ее наклейками, как все. Можете очки. Это все как дизайнер. И вот так вот киску можете обклеить. Вот. И это суть в том, что вы играли, веселились. И все было просто оки. Так, вот. Кирилл, ты можешь нам продемонстрировать, как собирать куклу? Давай, собери нам куклу. Давай, собирай ее. Одевай все, что ей надо. Сейчас она оденет. А пока мы, не знаю что, мы посмотрим наклейки и тщательно их рассмотрим. Вот в первой пачке шло вот так, в второй вот так, в третьей шло вот так и в четвертой вот так. Так, вот так вот. Он собрал ее точно так же, как я ее собирала, но она у меня в крыльях стоит. Вот. Ладно, с вами была Елена Нипонцева и Кирилл Нипонцев. Пока! Не забудь подписаться на канал, поставить к этому видео лайк. Пока!